Привет, мои друзья! Всем доброго времени суток! Мы едем до бабуси. Она попросила отблох купить собачкам и кошечкам. Сейчас мы заедем ветеринарный ветаптеку. Так, и отвезем. Ну и заодно, может, там надо помочь будет на огороде. Ты все, Настюш, ты там уже сидишь? Оля остается на хозяйстве. Вот. Ну, поехали. Смотрите, какие лилии у меня расцвели красивые. На, держи, Настюш, у меня. Да, да, мы сейчас заедем. Угу. Сейчас заправимся сначала. Зальем газа. Привет, мои хорошие. Сейчас мы вас будем лечить. Да, сейчас. Привет. В общем, мы взяли и для котов, и для собак. Добрый, я шарнушу там. Да не надо, какие гроши. Вот, и думаем, всегда сметаны нет, сметаны. Та ні, сметану я вчора купила. А то що таке? Ні, ну думаю, ну лучше взяти. Хліба нема. А, така я випікаю вже. Ну, вчора купила, так взагалі випікаю. Та оце ж я думаю. Да? Та лучше випікати, навірно. Муки стільки, аж покупаємо. Мука лежить. Так, ну в общем, зараз достану булки. Я це в місті. Сметану брала її, так? А, там колбасы трохи есть. Настенька! Я не буду. Вот это очень сварила ось. Это что, клубничка? А, что то трохи. Ага. Такой чай интересный на запах, вкусный. Я просто смотрю, что... И ты вот я колбасы трохи дам. Что, может быть, тут очень много всяких добавок. Что за колбаса? Сейчас попробую. Что тут вообще пишется? Вот черника прям. А гранулы такие. Смотрите, какие гранулы. Такой чай я и не видела. Такой чай. Ты будешь на стуне чай? Я поела блинчики. Это чай? Да, чай. Ну, покажи на ладошке немножко. Такой вот чай. А когда закончится, обычно... Подожди, кипяток на стол. Оно же горячее от воды. Я трошки... Так еще. Глаза запекло. Ой, еще. Блин, и перчатки же сняла. Я же была в перчатках. А теперь прыскнула себе в глаза, пошла, сняла перчатки и все. Да, втираем. Ай, и кусает меня комар. Пошли на Соню лимбушку. А ты перчатку украл. Да, я так вижу. Блин, рада, что ты его кладешь. И потом еще этого. Оставь еще на третью собаку. А ну, Линдуся, ты ведь блох.
Вчера. Тирам-тирам, лингвистики. Ах, блохи, ах, не халю все такие, ах, крутились у линдуськи. Вот я не разу ей ручку, а то и перелетали. Ой, цыплятка прямо тут крутится. Нехай, да идут, я тебе их вижу. Ой, это вот эти уже так выросли? Да идут. Это вон те малята так выросли? Не забывай. Ну, вот так вот, ладно. А все остальное им хватит. Это же от 10 до 20. А этому ж малышу сейчас еще вот это что осталось? Все, не умею. Как раз на него. Фу, аж прям во рту это. Приятно. Ну, я боюсь этого петуха. Возле малыша стоять, меня малыш от петуха защитит. Угу. Если что, мам, Лаки нас защитит от петуха. А, Саня, тебя убил. Вот все нехорошие. Мам, я боюсь этого петуха. Ну, а куда мусор выкинуть? Я машину почищу еще. Ой, мусор. Я не знаю. Вот ведро какое-то. Возьми пластмассовое сюда. Щеточкой там. Вот этой щеткой можно там почистить в салоне. Зерно, траву. Где эта щетка? А вот и щетка. А мне и веник надо. Бери веник, где он? В доме, наверное. А внутри тоже помыла? Угу. Так, надо только назад хорошую какую-то такую постелить. Плитку. И что ты решила открутить я сама? Не знала, я не знаю, как его откручивать. Ну, вообще другую сторону. Это десятка у тебя? Восьмерка. Подходит? У меня десятка. Подожди, где-то... А, на холодильнике я видела десятку. Сюда, наверное, десятка пойдет. Конечно. Да, мам, вот эта штука тоже подходит. А, вот десятка. А это десятка тоже? Да. Я не пойму. Тогда что тут? Подожди, тут надо...
Оно крутится, видно, вот тут. Оно крутится, я знаю. Надо держать оно плоскогубцами. Меньше, но не меньше, не больше остановится. Плоскогубцы нужны. С той стороны держишь, а это крутится. Так, Алюша, не открутишь ты сама. Тут надо просить кого-то. Да ладно, вот с ним. Вишню это хочется обрывать, но она еще красная. Вообще янтарная прям. Вкусная, конечно, но еще... Не, ну можно уже, кстати, обрывать. Ты хочешь полностью помыть, да? Сюда бы, конечно, колеса бы хорошие поставить, да, чтобы она смотрелась более-менее. Диски надо, а не колеса. Не, ну колеса вместе с дисками. Было бы хорошо. А сколько колеса стоит? Я не знаю. Надо в кухне посмотреть. Старенькая, но везет. Уже хорошо. Транспорт передвижения. А вкусная? Это вкусная, кисленькая такая. Что ты там нарвала что-нибудь? Не, ну нормально, в принципе. Сейчас Настя со спива придет, будет помогать. Пошла пить. Будет она выступать скоро опять. Тренируется. Тоже поможет мне. Пишут мне, вы мне не помогаете в комментариях, кстати. Потому что мы просим нас не снимать. Угу. Да, Поля просит меня не снимать, когда я там что-то делаю. Поля в основном убирает, что готовит. Угу. Поэтому я не снимаю. Так что. Все мне все помогают. Вот насчет огорода я не хочу сама. Чтоб там дети копались. Это мы пока ездили с Настей. Поля приготовила крабовый. Настюша, ты будешь крабовый? Ладно. Так. Это поем. Я еще пиццу с утра готовила. А я, Алюшка? Никто не хочет есть? Нет. Одна я буду что ли есть. Борща немного осталось. Надо готовить. А также я буду... вытаскивать косточку. Сейчас поем и буду приниматься за работу. В общем, ковер я постирала. Я надеюсь, он высохнет. Постирала еще вот эти две дорожки. Ну, это для кухни уже будет. Это под туалет маленькая, а то для кухни. Это висит у меня. Вот есть что стирать. У меня еще вон большой такой палас. Раньше он был домашний, он в доме был. Затем мы его купили новое и его перенесли в летнюю кухню. Его тоже нужно постирать. Когда был Валера, он помог мне туда повесить на забор. Теперь у меня длинный шланг. Вот. Я дотянусь и постираю. Не знаю, просто сейчас иду закрывать вишню. Если останется немножко времени, то я, наверное, сегодня продолжу стирку. Котятки помогают. Это Рыжик, знакомьтесь. Вот так, мои хорошие, все. Пойду закрою вишни. В общем, пока эту косточку убрала с вишни. В общем, пусть она у меня тут. Я только поставила на огонь.
Луна пришла проверить мою работу. В общем, все. Я надеюсь, он высохнет. А то еще завтра обещали грозы. Бассейн у нас уже вот такой. Пока дожди шли. Позеленела вода. Так, ножки помыть. Если. А так надо будет все это, конечно же, потихонечку на огород. Да. И набрать свежего. Все, мои хорошие, буду монтировать. Захожу. Вот. Подписывайтесь, кто не подписался. Ставьте лайки, пишите комментарии. У меня вот осталось. И я повесила еще сюда вторую дорожку. Тоже осталось постирать. Ну, надо же где-то стирать. Поэтому пока это все не высохнет, не могу дальше. Ничего, лето еще только начинается. Поэтому все постирается.